Звезда Голливуда считает, что Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы. Актер Джордж Клуни встал на защиту герцогини Сассекской. Напомним, что после того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, на нее обрушилась критика. Многие британцы недовольны поведением американской актрисы и считают, что она слишком часто нарушает королевский протокол. Больше по теме: отец Меган Маркл зарабатывает деньги на собственной дочери, отношения герцогини и ее отца по-прежнему напряженные. Кроме того, против Меган ополчились и ее родственники. Ее отец Томас, который не пришел на свадьбу дочери, до сих пор всем рассказывает о том, что никак не может связаться с Меган и даже просто поговорить с ней. Томас Маркл считает, что королевская семья запрещает его дочери общаться с ним. Тем временем в СМИ активно обсуждают письмо, в котором Маркл обратилась к своему отцу с просьбой перестать порочить ее имя. Клуни считает, что сейчас беременная герцогиня столкнулась с такой же травлей, как и принцесса Диана. Она на 7-м месяце беременности, но ее никак не оставляют в покое и пытаются показать в дурном свете, так же, как это было с Дианой. История повторяется, и мы видели, чем все закончилось. В прессе с упоением обсуждают письмо Меган, которое предназначено ее отцу, и это неприемлемо. «Я удивлен такой безответственностью СМИ», — заявил актер в интервью австралийскому изданию Who. Отметим, что Клуни лично знаком с Маркл, ведь его супруга Амаль является подругой герцогини.